любителям и поклонникам миниатюры масштабный привет. Сегодня будем лицезреть продукцию компании Altoros Studio. Данный видеоблог для вас подготовили мой друг и коллега Андрей Петренко и человек, не упускающий микрофон из рук, Александр Бодриков. В начале обзора новости одной строкой. В интернет-магазине 35-й масштаб полный ассортимент коллекционной военной исторической миниатюры от Altoros Studio. На днях стартовал релиз бюст лучницы масштабом 1:10, а также набирающий популярность в сети интернет лимитированная фигурка «Придворный шут», и о нем подробнее. Итак, Altoros Studio – молодая компания, которая за короткий срок обрела немало поклонников как в России, так и за рубежом. Качество их произведений на высоком уровне. В команде знаменитые скульпторы и художники, чьи работы известны по всему миру. И мне посчастливилось прикоснуться к частичке Altoros. Как только прогремел релиз «Придворного шута», мой мир перевернулся. И я, не раздумывая, приобрел сие чудо. Что самое интересное, из всех наборов, что приехали ко мне на продажу, я достал фигурку под номером 35. В каждой коробочке сертификат с личным автографом директора Altoros Studio Александра Пашина, который мне поведал о создании данного шедевра. Все придумал и воплотил в жизнь Олег Погосян. Мы когда для Altoros первую фигурку продумывали, он предложил мне вот этого Арлекина сделать. Но тогда посчитал я неактуальным это. Мы решили все-таки приурочить годовщине Altoros. Выпущено копий было в Смоле 111 и 25 в Италии. Размер фигурки 75 мм, скульптор Олег Погосян, бокс-ар Станислав Куриленко. А теперь рассмотрим содержимое данного кита. Коробка из плотного картона, внутри детали приложены двумя пластинами поролона. Содержимое разложено в 4 zip-пакета. В третьем полный обвес шута, в четвертом мини-подставка. Далее, детализация просто потрясающая, обилие мелких деталей огромно, качество литья на высоте. Это, пожалуй, все, что можно сказать о компании Altoros. После старта продаж на официальной странице ВКонтакте был запущен набор участников конкурса «Шут шутить не любит», который развернется на просторах форума Sculpt and Paint с 10 мая по 1 июля. Кому будет интересно, ссылки в описании. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.